Такую страну, как наша, завоевать извне невозможно. Поэтому противники и враги пытаются все сделать для того, чтобы расколоть ее изнутри и разрушить, так как это случалось не раз. На мой взгляд, сегодня президент обратился с очень важным заявлением ко всем нам, гражданам страны. Мы обязаны прежде всего дать отпор как на внешнем, так и на внутреннем фронте. Все сделали для того, чтобы сплотить общество и держать победу над нацистами, фашистами, бандеровцами, которые развязали войну на ридной Украине и пытаются расколоть нас внутри, и теми провокаторами, которые здесь пытаются утверждать свои амбиции военным способом. Я обращаюсь ко всем гражданам нашей страны максимально поддержать обращение президента и все сделать для того, чтобы дать отпор тем силам, которые объявили войну русскому миру. Фашисты шли нас завоевывать. Они, не стесняясь, говорили, будут уничтожать наше население. В одной только братской Белоруссии погиб каждый третий, защищая советскую родину. Эти решили уничтожить русский мир, нашу культуру, нашу историю, наш язык и традиции. И те, кто им сегодня потакает или поддерживает, те, по сути дела, загоняют нож в спину государству, в спину нашему народу мы обязаны дать мужественный, сильный и очень достойный отпор этому. Обращаюсь и к ребятам, которые воевали в Вагнере. Вы честно выполняли свой долг. Вы храбро сражались на передовой. Вы все делали для того, чтобы остановить это на шесть англосаксов, которые сегодня обрушилось на нашу землю. Поэтому не участвуйте ни в каких провокациях. Что касается разборок вверху, надо иметь в виду, что армии государства живут только при одном условии. Если в армии есть един начальник, есть верховный главнокомандующий, есть министр обороны, есть генеральный штаб, который планирует операции, есть командиры, приказы которых надо выполнять. В противном случае это уже не армия. Поэтому мы обязаны выполнить установку, которая высказана сегодня президентом. И те, кто ошибся, Пусть прекратят свой поход очередной. Те, кто заблудился, имеют полное право на что называется на реабилитацию и прощение. Но те, кто подстрекает и продолжает дальше эту операцию, понимают, что они выступают как враги и недруги нашей державы и способствуют натовцево американцам, душить нашу страну в это сложное и ответственное время. Коммунисты всегда защищали Родину. Для меня Россия ⁇ главная партия. Я, как руководитель партии Народно-патриотического союза, буду все делать для того, чтобы обеспечить успех и освобождение нашей общей Родины от очередного нашествия. У меня в роду все воевали, все защищали Родину. Я трижды сам служил в армии и считаю священный долг каждого мужчина защищать свою страну. Для того, чтобы каждый, кто там на передовой чувствовал себя хорошо, мы уже отправили 113 конвоев только за последние 20 дней 500 тонн, 4 конвоя. Наши губернаторы все побывали на передовой. Мы приняли уже 13 из детей и продолжаем принимать. Это наша обязанность, это наш долг, это наша реальная помощь каждому, кто сегодня борется за свободу и независимость нашей Родины. Давайте сейчас проявим волю и мужество и все сделаем для того, чтобы выгнать с нашей родной русской земли Тех, кто сегодня пришел с оружием против нас, ну и в резоне тех, кто заблудился и пытается способствовать нашим недругам. Я уверен, что мы победим.